Окунуться в атмосферу Востока, мир ярких красок и неповторимого колорита теперь можно даже в ветреной подмосковной осенью. В арт-галерее «Артишок» открыли выставку Елены Степиной. В основе работ художницы – впечатления о путешествии в Азербайджан. Собственно, так и называется выставка – «Азербайджанские впечатления. Восточный колорит». На полотнах мастер изобразила красоту страны, ее достопримечательности и природу, а также образы живущих там людей. Вот это конкретно работа «Восточная лавка». Это сделано по впечатлениям поездки в Лагич. Это такое село. Там заходишь в лавки и вот видишь таких людей, которые все торгуют. Вот у меня была здесь знакомая вчера, и посмотрев, сказала, что очень точно передан колорит, потому что действительно все и замки, и ковры, и посуда, и колесо, и подушки. То есть действительно нагромождение, как там. На выставке представили более 40 работ, выполненных масляной пастелью и акварелью. Гвоздь экспозиции – картины на шелке в уникальной технике горячего и холодного батика. Среди гостей выставки – коллеги, друзья и ученики. Мария Штернова учится у Елены Владимировны с самого детства в Центральной детской школе искусств. За это время художница стала ей не только наставником, но и другом. Как обычно, у Елены Владимировны просто замечательные работы, очень интересно, по цвету все выполнено, по технике. Все очень творчески, необычно. Я очень люблю, когда много оттенков, цветов, когда такая огромная палитра, когда так красиво, когда хочется стоять и рассматривать просто постоянно эти работы, не отрываясь. Это просто прекрасно. Выставка продлится до 1 декабря. Увидеть экспозицию можно в музейном комплексе «Артишок».